На благоустройство сегодня из Московского областного бюджета нам выделяются большие средства, и они должны реализовываться программами. Для лучшего ее выполнения, конечно же, нам нужно рассчитывать только на свои силы. Коммерческой организации сегодня есть, завтра нет, и мы будем никуда не денемся. Справляемся, я считаю, удовлетворительно, нам есть к чему стремиться. Высокие требования и у главы города, и у руководителей города, поэтому впереди много работы, и необходимо соответствовать требованиям.